Жили-были лиса и заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца лубяная. Пришла весна, лискин дворец растаял. И надумала она занять зайкину избу. Ситуация остается только одно, это остаться самим собой, извините за тавтологию. Другого не дано человеку, поскольку его свобода с ним, а его свобода – это то, что он видел, прочитал, почувствовал, то, что ему мама рассказала, это ласка семьи, это ощущение, что такое, когда ты ощущаешь внутренним состоянием безмятежной жизни, которая тебя сопровождала в детстве, и это, а было это тогда, когда у тебя в самом прямом смысле была надежная крыша над головой. А сегодня вместо этого понятия идет крышевание. И поэтому остается только одно, это действительно быть самим собой, смотреть искусство, слышать то, что ты хочешь слышать, то, что тебя настраивает на мысль, то, что, то следствием чего не является одичание. Это ты обязан, ты просто, это твоя обязанность не встраиваться в это всеобщее одичание, которое звучит и трещит по всем углам. А произошло это только потому, что закрыли движение мысли. Вот здесь закрыто движение мысли. Мы живем по принципу, который даже еще более отвратительный, чем былые времена наши советские. Там тоже с оглядкой применительно к партии, применительно к власти, применительно к идеологии. Сегодня мы живем применительно к высшему начальству. И так по иерархии сверху вниз и снизу вверх. Применительно. Не применительно к мысли и к тому, что мы собрали в своей душе, а именно применительно к начальству. Если эта система будет работать дальше, страна будет одной элементарной мыслью, одним брикетом мысли. И внутри никакого движения. Заплакал зайчик и пошел. Куда глаза глядят. Повстречался ему серый волк. Здорово, зайка. Здравствуй, волченька. О чем плачешь, о чем горюешь? А как же мне не тужить, не горевать? Была у меня изба лубиная, у лисы ледяная. Лисья изба растаяла, водой ушла. Она мою захватила, да и не пускает меня хозяин. А вот постой, сказал волк, мы ее выгоним. Навряд ли, волченька, выгоним, она крепко засела. Я не я, коли не выгоню лису, зарычал волк. Эй, лиса Патрикеевна, выбирайся из чужой избы. А лиса ему в ответ. Вот как слезу с печи, да как выскочу, да выпрыгну, да пойду тебя трепать, так только клочья по ветру полетят. Ой-ой-ой, какая сердитая, заворчал волк. Испугался и убежал в лес. А зайка остался плакать в поле. Там маленький клуб закрыли, там. Конечно. Это не в этом дело, а дело в системе самой, конечно, которая направлена на подавление любого творческого начала. Вот что. Да. Когда есть, главенствующим является ОАО, а не искусство как таковое. Когда они во главу всего ставят копание в документах мышиное и поиски того документа, который им позволяет быть негодяем. Вот идет Мишка-медведь и говорит, здорово, зайка. Здравствуй, Михаил Потапович. О чем тужишь, о чем плачешь? А как же мне не тужить, как не горевать?
Была у меня изба лубиная, у лисы ледяная. Лисья изба растаяла, она мою захватила, да и не пускает меня хозяин домой. А давай мы ее выгоним. Нет, Михаил Потапович, навряд ее выгнать. Волк гнал, не выгнал, и ты не выгонишь. Я не я, заревел медведь, коли не выгоню лису. Эй, лиса Патрикеевна, убирайся из чужой избы. Эй, лиса Патрикеевна, убирайся из чужой избы. А лиса ему в ответ: вот как слезу с печи, да выскочу, да выпрыгну, да пойду тебя косолапого трепать, так только клочья по ветру полетят. Какая лютая, заревел медведь, да и пустился в притруску бежать. А зайка остался плакать в поле. Все, блин, хороший возраст, как раз в школу надо идти. Так что будем считать, что наступило то время, когда да, наш пошел такой уровень преображенности этого объединения творческого, что время идти в школу. Очень хорошо. Значит, все сходится. Я желаю, чтобы школа это, в этой школе были хорошие преподаватели, хорошие учителя, которые сами прошли хорошую школу жизни и знают, что такое жизнь и что такое жить. Так что я желаю всем здоровья, счастья, веселья и ощущения радости бытия. На самом деле, вот эта неизбывность радости бытия, которая может быть рифмована и с тем, что было 2000 лет назад, и 100 лет назад, и 50 лет назад, это ощущение радости бытия. Без него просто жизнь становится бессмысленной, неинтересной. Мы перестаем быть нужными друг другу. Чтобы мы были необходимы друг другу не по практической целесообразности, а потому, что мы можем сказать друг другу, что увидеть в глаза друг друга. И по молчанию, потому что молчание тоже может быть осмысленным, умственным, ну и так далее, и так далее. Так что желаю всем, будьте здоровы.